Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні гість нашої студії – радник з питань IT першого віце-прем'єр-міністра України, виконавчий директор громадської організації «Хайтек Офіс України» Андрій Бірюков. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Ну, оскільки ви радник з питань IT, то і говорити будемо саме про цифровізацію України. Ну, і на початку для глядачів, для середнього загалу. Що ж це таке за дивне слово «цифровізація» і чому ми сьогодні саме про неї говоримо? Знаете, это общемировой тренд, и многие страны его прошли, этот путь цифровизации, достаточно давно. К сожалению, мы не являемся здесь лидерами, но мы хотим такими стать. И поэтому где-то года три назад и правительство, и общественность, и бизнес взялись за такую амбициозную задачу, как написание цифровой стратегии Украины 2020, вот скоро 2020 уже, и мы имеем, есть определенные достижения, есть нерешенные проблемы, к сожалению, не все удалось решить за это время, но тем не менее, это стал действительно трендом в Украине, и сейчас это слово не только модное, оно наполнено смыслом. То есть действительно цифровые технологии, они и так повседневные в нашей жизни, мы сталкиваемся с ними постоянно. Но вопрос целенаправленной стратегии и политики в этой области для Украины это новость, это новое направление, это вызов определенный. И движение в этом направлении дает основание полагать, что Украина может стать и остаться конкурентоспособной в мировом рынке разделения труда. Для нее это, наверное, самый хороший шанс. Ну, от ви сказали, що цифровізація – це один з пріоритетних напрямків розвитку країни. І, скажімо, навіть керівництво держави оголосило саме цей 2019 рік роком IT-технологій в нашій державі. І все ж таки, спеціалісти, і ви в тому числі, вважаєте, що саме цифровізація дасть можливість прискорити розвиток економіки і суспільства. За рахунок чого? Чому є така впевненість? Смотрите, чи є приклади якісь? Ну, звісно. Якщо ми візьмемо приклади ведучих стран в цьому направлении, Южної Кореї, Японії, Германії, та багатьох стран, які цифровізацію вибрали для себе пріоритетним направлением, вони зробили серйозний скачок в своєму розвитті. Поэтому ну, я считаю, что альтернативы просто нет. Тем более, что для нашей страны, у которой есть огромный потенциал, у нас огромный интеллектуальный потенциал, у нас прекрасное географическое положение. Как ни странно, это касается и цифровых технологий. Я чуть позже об этом скажу, почему это именно так. Поэтому что такое цифровая экономика? Это, собственно говоря, использование цифровых технологий. Здесь я сделаю небольшую оговорку. Когда мы говорим про IT, IT — это отрасль информационной технологии. Она там складывается с телекома, с разработки программного обеспечения. А вот использование цифровых технологий в традиционных, казалось бы, сферах, таких как энергетика, образование, медицина там, и другие, то есть практически все сферы нашей жизни, использование цифровых технологий, это и есть цифровизация, это и есть цифровая экономика. Поэтому мы на этом пути сейчас имеем определенные заделы. Значит, повторяю, что в 2016-2017 году бизнес и власть договорились о том, что будет разработана совместными усилиями цифровая стратегия Украины. Она была разработана. В 2018 году она трансформировалась в концепцию цифрового развития Украины и план действий. И как раз здесь надо отметить, что план действий был рассчитан до 2020 года. Ну, к сожалению, не все пункты этого плана удалось выполнить. Добре, що маємо, якщо деякі пункти все ж таки виконані, що виконано і наскільки? От як оцінити сьогоднішню цифровізацію України можна? Значит, помимо разработки концепции, это документ целеуказания для центральных органов власти, значит, была в кабинете министров создана рада, координационная рада по вопросам цифровизации. И там, которую возглавил первый вице-премьер Степан Иванович Кубев, значит, и там эта рада послужила майданчиком, таким площадкой для разработки целого такого спектра, наверное, задач цифровизации. То есть там свыше 20 рабочих групп было создано. Эти рабочие группы охватывают практически все сферы, я уже говорил, от энергетики до общественной безопасности, программ Smart City, законодательного обеспечения и развития цифровой инфраструктуры. Ключевым направлением относятся как раз разработка новых законодательных актов, развитие цифровой инфраструктуры, развитие программ Smart City, развитие так называемой cashless economy, это безналичная экономика, и так называемой креативной индустрии. Я бы хотел, если позволите, остановиться именно на этих ключевых направлениях, что сделано и что планируется сделать.
Относительно законодательного обеспечения разработан сейчас проект закона о цифровой экономике. К сожалению, у нас даже терминология цифровая отсутствует в нашем обиходе и в нашей повседневной жизни, а это очень важно для реализации различных государственных и международных программ. Поэтому есть рабочая группа, которая занимается наработкой законодательных актов в этом направлении. Есть еще другие законодательные акты, но этот ключевой. И более того, мы движемся, наверное, к разработке цифрового кодекса Украины. Это очень важный документ, это длительный процесс, и мы рассчитываем на то, что его необходимо пройти совместно обществу, бизнесу и государству. Следующее важное направление, и то, кстати, что мы будем сегодня обсуждать в рамках форума, который будет проходить в Сумах, это развитие цифровой инфраструктуры. Что это такое? За этой аббревиатурой, за этим словосочетанием кроется необходимость развитие так называемого скоростного интернета. И доступность его для всех. И доступность, естественно. То есть мы говорим о том, что отдаленные села, небольшие населенные пункты, к сожалению, у нас есть такое понятие цифрового разрыва. Это когда граждане Украины имеют разную степень доступа к информационным ресурсам в зависимости от того, в какой географической местности они проживают. И это серьезная программа. И здесь я скажу следующее, что у нас на этом направлении есть серьезные достижения. Они пока в работе, но Европейский Союз запустил такую программу EU4 Digital, в которой есть разные направления цифровизации для стран Восточного партнерства. В частности, для Украины будет мировым банком, специалистам Мирового банка при финансировании Евросоюза разрабатываться национальный план развития так называемого ШПД, широкополосного доступа в интернет. Эта работа уже начата, и буквально там несколько дней назад в Киеве была презентация старта этой программы. Это будет техническая помощь Мирового банка и Европейского Союза. За деньги международных финансовых организаций будет разработан национальный план. И по этому плану мы будем двигаться к его реализации. И здесь чуть-чуть еще более подробно, не только разработка национального плана входит в интересы международных финансовых организаций, а они рассматривают Украину как некий информационный хаб. Это как раз то, о чем я сказал, что наше географическое положение дает нам серьезные преимущества. Да, поэтому есть такой проект «Три моря». Это соединение скоростными оптоволоконными линиями связи Балтийского, Черного и Средиземного моря и на Южный Кавказ и дальше на восток. Это очень серьезный, амбициозный проект, который интересует мировое сообщество, Европейский Союз. И здесь Украина играет, я бы сказал, ключевую роль в развитии этого транзита. А далее за этим стоит уже развитие скоростного интернета в населенных пунктах. И Европейский Союз декларирует о том, что план ШПД будет охватывать не только транзитные мощности или возможности Украины, но и развитие интернета в населенных пунктах Украины. То есть международные финансовые организации нам здесь очень серьезно помогают. Эту программу мы, так скажем, сейчас, я думаю, не без успеха будем продвигать. Тобто це говорить про те, що незабаром на території всієї України ми матимемо швидкісний, якісний інтернет і доступний для всіх. Я очень на это надеюсь. Достаточно как бы сложный процесс, поскольку есть разные технологии, есть разные подходы. И нашу задачу, и как общественной организации, мы как раз видим в том, чтобы была некая консолидация, некая синергия. И здесь был главный принцип — технологической нейтральности. Потому что доступ в интернет может организовываться разными технологическими так сказать, возможностями, технологиями. Мы сейчас о них не будем говорить. Важно, чтобы просто-напросто был написан национальный план, принят национальный план, и по нему выполнялись работы. Что касается финансирования, ключевой вопрос. Здесь либо донорская помощь, либо кредитные ресурсы мировых финансовых организаций. Где-то может государство, кстати сказать, одна из тем, которые мы будем сегодня обсуждать, это подключение школ и фельдшерско-акушерских пунктов, населенных пунктах, в частности Сумщины, к скоростному интернету. Ви сьогодні вже торкнулися, до речі, якщо заговорили про кошти, про донорство, про державу, яка взагалі сьогодні, от на ваш погляд, роль держави, і чи виконує наша держава сьогодні роль по цифровізації себе ж самої? Тобто, наскільки багато цьому приділяють уваги? Я б розділив здесь как бы, на два таких блока. Перше – это действительно цифровизация самого государства, то есть предоставление качественных цифровых сервисов, качественных услуг населению. И в этом направлении сделано очень много. У нас есть специальный орган исполнительной власти, центральной исполнительной власти, государственное агентство по электронному правительству. И я считаю, что работает оно достаточно успешно. Как и везде, есть, естественно, какие-то еще нерешенные проблемы. Но качество цифровых сервисов растет, и возможности использования различных реестров, электронных ресурсов, оно повышается.
С другой стороны, государство должно создавать условия, ну, в первую очередь, не мешать развитию цифровых технологий, а там, где это необходимо, создавать специальные условия. И здесь я коснусь одного из тоже упомянутых ключевых направлений, так называемых креативных индустрий. Что это такое? У нас очень большой и успешный класс программистов, которые работают часто-густо на зарубежные проекты там, и так далее. Еще здесь, будучи студентом. Будучи студентами, они получают неплохие зарплаты, и это факт, что такой пласт среднего класса — это вообще благо для государства. И надо отметить, что за последние годы по уровню экспорта программирования или так называемое предоставление информационных услуг, IT-услуг, занимает сейчас второе место в структуре экспорта после аграрного сектора. Такого не было никогда. Значит, поэтому здесь государство, на мой взгляд, на взгляд наших экспертов, должно создавать условия для того, чтобы подобного рода точки роста оставались, так сказать, динамика их роста оставалась позитивной, а может быть, даже и повышалась. Поэтому, но сейчас, когда мы говорим о креативных индустриях, у нас есть целый ряд профессий. Недавно Кабмин определил эти профессии, перечень КВЭДов, которые относятся к креативным профессиям. И речь сейчас идет, это обсуждается, создание для них специальных условий, экономических, может быть, фискальных, налоговых, чтобы выделить людей, которые зарабатывают собственным умом, в какую-то отдельную категорию, экономическую категорию, которая бы облагалась налогами. Я сейчас не буду говорить как, потому что это предмет дискуссии, есть и оппоненты в этой идее, но, по крайней мере, работа в этом направлении ведется. Ну, от ви сьогодні вже згадали, що в Сумах в нас сьогодні проходить форум, саме який буде торкатися цифровізації. І от наскільки важливий своєчасний захід, на ваш погляд, і чи випадково він проходить у нас в Сумах? Ну, смотрите, чи, можливо, є в нас якісь переваги над іншими областями? Ну, главное преимущество – это активность області и представителей власти, и общественности. Поэтому у нас есть целый ряд наших областей партнеров. Я их перечислю, если позволите. Это Тернополь, это Івано-Франковськ, Херсон, Запорожье, Днепр, ну, естественно, там Киев, Житомир, Ровно, Винница — это те города, где вырастают какие-то инициативы как из властных структур, местных органов власти, так и из общественных организаций. Красноречивый пример — это Херсон. И Сумы, кстати, тоже, где есть активные люди, которые продвигают эту идею. И самое главное, что есть отклик от представителей местных органов власти. Такая синергия дает возможность рассчитывать на успешность таких проектов. И что касается форума, который будет проводиться, повторяю, что любая активность в этом направлении, любая возможность общения, любая возможность, казалось бы, ну что такое форум? Да? Собрались люди, послушали друг друга, но, повторяю, любые контакты, они дают возможность генерировать идеи и выполнять какие-то проекты. Ну, а все ж таки, от як можна об'єднати в питаннях цифровізації от ті три гілки, про які ви говорите, суспільство, бізнес і владу? Як зробити, щоб вони рухалися в одному напрямку? Ну, от, кстати, ми таку ідею в місті видвинули, я не знаю, хто навіть був її ініціатором однозначним. Власть, і центральні органи власті, і місцеві органи власті, бізнес, представителі крупних компаній, експерти, так сказать, как некая экспертная компетенция. Значит, и мы договорились о том, что мы попробуем достичь такой синергии, и начали работу совместную над документом Digital Agenda, о котором я уже говорил. И эта работа принесла конкретные результаты, и эта работа сама нам подсказала те механизмы взаимодействия. Важно, чтобы было желание, важно, чтобы были какие-то поставленные цели, их достигать. Поэтому знаете как, если задуматься, а как это сделать, ну вот надо брать и делать просто-напросто, я думаю, все получится. Ви вже сьогодні теж згадали про це і обговорювали нещодавно навіть наші представники обласної влади про, скажімо, такий безпрецедентний випадок, коли держава вперше на наш регіон, на нашу область виділила кошти саме на комп'ютеризацію шкіл, фельдшерських пунктів. Ну тут не зовсім так, це субвенція, вона з державного бюджету, вона йде на всі області.
Другое дело, что... Ну, сумма там, задается 21 миллион. Да, где-то так. Значит, это, повторяю, эта сумма распределяется по всем областям. Важно, чтобы область имела, так сказать, желание сделать эти проекты качественными, сделать действительно, так сказать, реализовать эти деньги на те благие намерения подключения к интернету. Там есть и другие, как бы, направления развития: программа «Школьный автобус», насколько мне известно, там еще какие-то программы. Но я бы сказал так, что впервые действительно целенаправленно деньги выделяются именно на подключение к интернету. И нам важно, чтобы это подключение было качественным и приносило, так скажем, конкретные результаты, и школы пользовались с цифровым контентом. Это очень важно. От ви знаєте, сьогодні вже, мабуть, от, наше покоління, тим більше наших дітей, не здивуєш такими поняттями, як електронне урядування, електронний документообіг. Навіть сьогодні в нашому місті невеликому провінційному є електронний запис до лікарів у чергу. А взагалі такі поняття, як смарт-сіті, смарт-регіони, сьогодні це вже реальність? Ну, если нас сравнивать с развитыми странами, конечно, нам еще есть куда двигаться. Но самое главное, что это движение началось. И я думаю, что вот как бы есть известная пословица «дорогу осилит идущий». Да? То есть главное, чтобы это движение было динамичным, находились какие-то реальные проекты. И очень важно, чтобы здесь действительно была синергия, потому что проекты типа «Смарт-сити», «Смарт-региона» — это однозначное взаимодействие бизнеса, власти, экспертов, сообщества, общин и так далее. Можливо, є в планах там зробити пілотне якесь місто, пілотний регіон? Ну, как раз мы и говорим о том, что мы хотим сделать, в частности, область Сумскую пилотной по данному направлению и показать возможности реализации подобных проектов вот в таком ключе, когда мы выбираем пока, наверное, какие-то отдельные районы, регионы, где есть возможность за минимальные какие-то деньги и при минимальных временных затратах показать, как это можно реализовать воочию. Поэтому пилотные проекты здесь очень важны, и очень мы рассчитываем на активность Сумской области. Ну і це дасть можливість, з чого ми починали стрімко розвиватися регіону, да, і отримати блага цивілізації, так скажімо, всі. Да, да, однозначно. То есть, повторяю, что важна вот эта инициатива, которая должна подкрепляться, так скажем, конкретными действиями бизнеса. Причем я вам скажу так, что Украина интересуется очень серьезные компании. Здесь важно показать вот те точки роста, и сюда придут инвестиции, и все будет, я думаю, в порядке. Що робити зі старшим поколінням? Ну, якщо ми вже якось знаємося, розуміємося на цифрових технологіях, а люди похилого віку, для них якась така існує певна проблема сьогодні, можливо, якийсь, я не знаю, віковий ценз, ментальний якийсь ступор. Звісно, все це присутствує, і во многих странах, ми не одинокі в такій проблематиці, і во многих странах существують спеціальні програми по розвитку цифрових навиків, і роз'ясненню, і популяризації цифрових технологій. Але я завжди привожу приклад такий, коли ми, так сказать, столкнулись с возможностью или необходимостью использовать пластиковые карточки и банкоматы. Значит, мы тоже слышали такие, так сказать, вопросы, а что делать со старшим поколением, они не смогут этого сделать никогда. Но на самом деле, я так думаю, 99% людей зрелого возраста пользуются, и поэтому и мобильными телефонами пользуются. Поэтому здесь важно все-таки иметь какие-то программы помощи этим людям. Б, у этих людей есть дети, внуки, которые зачастую являются теми носителями знаний, которые приучают их пользоваться этими устройствами. Поэтому я не вижу, ну, как бы глобальной проблемы. Она есть, конечно. И она есть в том плане, что людям, не имеющим цифровых навыков, сложнее устроиться на работу, потому что сплошь и рядом уже сейчас связано с использованием каких-то устройств, компьютеров там, и так далее. Поэтому здесь, повторяю, здесь должны быть совмещены усилия государства и, собственно говоря, и желание самих людей вписуватися в сучасні тренди. Ну, все це в майбутньому, все це попереду, як у нашого регіону, так само усієї держави. Ну і наостанок, яке цифрове майбутнє ви бачите в Україні? Ідеальне. Ну, ідеальне.
как правило, абсолютного ничего нет, и идеальных картин нет, но мне думается, что если в Украине удастся создать нормальную цифровую инфраструктуру, то есть, по сути, это, как мы часто приводим в пример, дороги. Да? Хотя у нас дороги тоже оставляют желать лучшего, но тем не менее. Когда мы их имеем, по ним начинают перемещаться грузы, товары там, и так далее, услуги. Поэтому для нас важна цифровая инфраструктура. Если нам удастся ее быстро и качественно создать, и тогда, собственно, развитие остальных технологических новаций в таких сферах, как, опять же, медицина, образование, особенно образование, оно пойдет, ну, если не само собой, то, по крайней мере, ему развиваться будет гораздо легче. И там появятся новые технологии, и там появятся новые возможности. Поэтому я считаю, что у Украины есть основания рассчитывать на успех в этом направлении. И еще тем более, что мы сейчас сталкиваемся с тем, что в это направление сейчас верят, в это направление развивают со стороны и бизнеса. Сюда, ну, если не огромное количество денег, но вкладываются достаточно большие средства уже сейчас, потенциал Украины очень большой. Ми вам дякуємо за сьогоднішню цікаву змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був радник з питання ІТ першого віце-прем'єр-міністра України, виконавчий директор громадської організації «Хай-Тек Офіс України» Андрій Бірюков. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.